Привет, это снова я. Узнали? У меня кошка на подоконнике сидит. Если вы ее увидите, не бойтесь. Начну. Пустые банки, еда у меня. Ну, давай. Давай, Камиш. Все, ушла. Lifeline Lemon Energy. Витаминизированный напиток. Не знаю, что там от энергии, просто я столько выпила энергетиков за последнее время, что у меня отказали почки. В общем, короче, теперь у меня жуткий совершенно цистит, выходит какой-то песок и камни, и чувствую себя омерзительно. В общем, у меня зашкаливают анализы все. Так что я решила отказаться от энергетиков и пить теперь лимонный лайфлайн. Напоминаю, да, что это пустые банки еда, и это еда, которую, во-первых, я не ем постоянно, а во-вторых, не пишите мне, что это вредно, как бы я в курсе. Я для того это и снимаю, чтобы вы берегли себя, а я положила себя, значит, на алтарь, значит, чтобы вы подглядывали. Это как порно, короче. Вот так вот. Фуд-порно. Жутко искусственный, химозный, но не газированный. Очень мало негазированных напитков. Вот один из них, я все, видите, экспериментирую. Добрый вода артезианская плюс сок. Здесь написано, что это нежная клубника и базилик. Причем здесь стоит сноска. Я 1000 лет искала, пока стояла в пробке, где эта сноска. И здесь написано «фантазийное название». Что тут фантазийного? Базилик, клубника. Но оно фантазийное, потому что это пахнет коркой от фейхоа. То есть таким елкой и шампунем. Елкой и шампунем со вкусом клубники. Совершенно жутко. Базилика я тут не нашла, но Миша сказал, что это вкусно. То есть вот он любит такую химозину, ему это понравилось. Сама идея смешать сок с водой – это чудесно, потому что я всегда смешиваю сок с водой. Я никогда не пью сок с чистоганом, для меня это слишком. А вот исполнение – нет. Чисто, естественно, купила из-за единорога Фантала или Фантола Bubblegum. Как ни странно, это напитки из черноголовки делают. Я была удивлена. И действительно, мы всей деревни нюхали. Это пахнет бабльгумом на вкус хуже, чем на запах, конечно. Но, в общем, интересный экспириенс. Она была такого ядерно-розового цвета. Попробуйте, в принципе, неплохая вещица. И также последний напиток, который я когда-то хочу показать, это вот такое пиво. Это кислое Passion Party. Это очень вкусно. Это пиво стоит, по-моему, 300 рублей вот за эту банку. Но это очень вкусно. Это маракуйя, смешанная с манго, смешанная с очень легким и таким пивом с кислинкой. Действительно рекомендую попробовать. Прям, ну, чудесно, серьезно. Им, конечно, не пенишься, но это приятно. Просто если вы... И еще софт-тач упаковка. А делает это, между прочим, Забовор. В общем, я так понимаю, что это наши. Наши. Молодцы. Дальше пойдем уже по еде, если это можно так назвать. 5D-чипсы. Я не помню, показывала ли я вам, но вот это вот, значит, продается в Фикспрайсе. Это 5D-чипсы, то есть они объемные. Это похоже на подушечки Любятово, да, вот это хрутка, или как они называются. Вот такие подушечки, только они со вкусом сыра. Внутри полые, и периодически, когда их разгрызаешь, они царапают десна. Ну, знаете, такое это, experience, я бы назвала это, что-то из BDSM. Несколько хочу вам показать желеек. Я все хочу найти желейные конфеты, которые бы удовлетворяли всем моим пожеланиям. То есть, чтобы они были мягкие, их легко было разгрызть, потому что я анфиски их хочу. Вот я даю этих мишек, но мишек она жует, ей не разжевать. И она их начинает плевать, и по всей квартире у меня, значит, какие-то эти абортированные медведи в слизи. Это меня очень раздражает, поэтому я хотела найти что-то другое. Но они ей нравятся по вкусу. Я купила вот это. Думала, что, значит, наши русские ухтышки, веселый зоопарк. Она понюхала и сказала... Знаешь что? Нет. И не стала это есть. Они действительно очень химозные. И вот тут наш производитель меня прям подвел.
Это ухтышки, но в плохом смысле слова. Невкусно вообще и пахнет бензином. Что вкусно? Снежка, сдобные палочки с малиновым джемом. Почему палочки, не спрашивайте. Это вот эти вот квадратные небольшие печенюшки. Я не знаю, какое название они носят. Это такое... Подожди чуть-чуть. Это такое сдобное песочное тесто, потом джем, а сверху еще присыпка. Я думаю, что вы ели это миллион раз. Если вы знаете название, знаете, как есть печенье, типа там Мария, и все представляют, что это. Вот есть такие вот квадратики, вот это вот песочное тесто, джем, и сверху еще присыпано этим же песочным тестом. Мне почему-то кажется, что у него должно быть какое-то название, типа там курабье, не знаю. У курабье, кстати, я всегда выедала вот этот плевочек засохшего варенья, а само печенье терпеть не могу. В общем, вот это то же самое, только маленькое. Очень вкусно. Рекомендую, если вы увидите. И действительно малиновый аромат приятный в этом в джеме. Опять к пивному возвращаемся. Бруто снекс. Картошка натуральная, жареная, морская соль и масло. Это действительно прям как домашние чипсы. Мне понравились. Жирные до невозможности, но вкусные. Из полезного. Видите, есть и ЗОЖ у меня тут. Может сделать себе браслет. Это простоквашино кефирный коктейль с клубникой. Слушайте, правда вкусно? Если вы пытаетесь заставить себя пить кефир, потому что это вкусно, в смысле нет, потому что это полезно, но вы не можете пить кефир, потому что это блевотно, вот это вот вам подойдет. Я ненавижу кефир, но кефир с клубникой это, ну, прикольно. То есть я пью по вечерам, меня устраивает, и я прям чувствую, как я, знаете, омолаживаюсь и худею. Нет, потому что если омолаживаться и худеть, то не стоит пить пиво в понедельник и в пятницу с Леной. Совет. Она мне всю жизнь испортила. Ты мне всю жизнь испортила, Лена. Значит, пепера или пеперо, палочки, это вообще это странный какой-то, этот, как его, чудище Франкенштейна. То есть это соломка, покрытая растаявшим шоколадом белым, и еще сверху на него накрошены измельченные печенья Орео. Зачем? Что ты такое? Ну, то есть, вот я не знаю, я бы съела просто отдельно соленую соломку, белый шоколад и печенье Орео. Пожалуйста, больше не надо так. Не надо такого со мной делать. Ну, это японцы или китайцы, кто там, они любят такое. Лейс из печи. Лисички в сметане. Это действительно по вкусу, как лисички в сметане. Только для этого я показываю, потому что мне интересно, как они из каких-то сухих ингредиентов химики делают вкус лисичек в сметане. Это волшебство? Чипсы краб. Бинг-гря-кря. Я покупала это в магазине, где, вернее, как-то в кофейне, как это называть-то, в чайной. В общем, у нас есть такая штука, сырный чай. Это чай, и у него такая вкусная сырная пенка сверху. Мне безумно хотелось что-то есть, но еды у них не было, и были только вот эти чипсы. Ужасно мерзкие. Это как хворост, только со вкусом краба. Меня сейчас тошнит. А вот что я люблю. Фишку с сыром и фишку со сметаной и луком. А нет, что это? Гренки, морская соль. Это прям моя сухарная подпись. Куда бы я ни шла, если я покупала, например, там... пиво, шампанское, в общем, короче, для закуски я всегда покупаю сухари фишка. Фишка, я ваш амбассадор. Они действительно прикольные, еще я у них увидела, они прям, знаете, идут в массы, все молодежнее и молодежнее становится. Нью хлебные брипсы. Брипсы это типа бред чипс, брипсы. Йоу, check it out, камон. Короче, это та же гренка, только тоненькая, и названа брипсами в черной упаковке. Модно, молодежно. Маркетинг. Боже, храни Беларусь. Пломбир Светлогорье. Вообще Светлогорье просто великолепная фирма мороженого. Тут у меня, значит, два пломбира. Это как-то эскимо на палочке. Обычное сливочное и крем-брюле. В чем фишка? Фишка в том, что, во-первых, здесь шоколадная вот эта глазурь,
это не просто шоколад, который ты надкусываешь, и он в разные стороны валится, а это эталон эскимо для меня был. Это фильм «Старик Хоттабыч», черно-белый еще старый, где старик Хоттабыч ел эскимо, и он его ел, и оно прям вот как... Здесь глазурь как на сырке, на глазированном. Такая мягкая, и она тает вместе с мороженым. Это великолепно. Нет никакого вот этого, что шоколад у тебя здесь на груди засох, или тут на губе где-то висит. Во-первых, ну, то есть это удобно, вкусно, красиво, чудесно просто. И сегодня я еще ела вафельный стаканчик. Вафельный стаканчик тоже выше всяких похвал. Он вкусный, и еще у него дутая упаковка. То есть у него в упаковке внутри воздух, и если мороженое немножко подтает, то оно не превратится в мятое говно. И если несколько мороженых сложить друг на друга, опять же, они не помнутся. Мне кажется, это гениально просто. То есть там как упаковка чипсов, такая вот она вся дутая. Вот такая. Это просто, это гениально. Пожалуйста, все производители мороженого, переймите эту фишечку. Это просто класс. И последнее. Не помню, рассказывала ли я конкретно вот вам. Миша думал, что ну, баран кигну, это баран кигну. Он не знал, что есть такая вещь, как баранки. Он вообще не... То есть он знал вот сушки, знал бублики, что есть баранки, он как бы это как бы мимо него прошло. Я подписана на сообщество «Эффект Манделы». Там такая ржака, зайдите, посмотрите. В общем, если бы вот он был подписан, он бы написал, что это Мандела. И баранок раньше не было, но изменили реальность, и баранки появились только вот неделю назад. Короче, я купила баранок. Это странная какая-то вещь. Это как маленькие бублики вот такого размера. Но их почему-то полюбила Анфиса очень. Теперь я все время покупаю баранки, она их ест. Вот такая вот история любви и боли у меня произошла. Все, все те литры вкусного пива, которые я пила, я не взяла, естественно. Потому что оно разливное. Что, его в ладошках, что ли, принесу вам показать. Но вот это прям рекомендую, серьезно, это потрясающе. Я сейчас не пью, я пью антибиотики, поэтому я мысленно с вами, мои друзья-алкоголики, рассказывайте мне о каких невкусных алкогольных напитках, которые вы пили, и я когда выздоровлю, обязательно попробую что-нибудь такое необычное. И про новые виды сухарей тоже. Я же сухарный маньяк. Давайте, идите, пишите, пишите. Подпишитесь. Спасибо вам всем и каждому, кто что-то прокомментирует. Даже пусть не очень хорошее. Вы мне важны, вы мне нужны. Пока.